Ничего себе, Татьяна Цимфер, мисс Москва 2016, это первое. Второе, это мисс Вселенная 2018. Прям можем делать ставки. Да он тут ставками занимается. Вот там Викентий сидит, он любит ставки. Любит, любит. Тебе пульт? Пропал мой первый слайд, ну ладно. Всем добрый вечер. Еще раз представлюсь. Меня зовут Татьяна Цимфер. Я являюсь генеральным директором компании Diamond Star и обладательницей титула «Мисс Москва 2016». Потому что я являюсь обладательницей титула, вы, наверное, уже поняли, что мой проект связан с индустрией красоты и шоу-бизнеса. Попав в эту сферу, мне стало интересно, как это работает изнутри, где вообще прибыль, почему люди этим занимаются, потому что со стороны зачастую это просто шоу, где непонятно, где профит. И пришла такая идея, что в России нет площадки, которая бы консолидировала организаторов масштабных мероприятий в области шоу-бизнеса, таких как конкурсы красоты и музыкальные премии. И совместно с моими партнерами, представителями шоу-бизнеса и представителями, собственно, бизнеса пришла идея создания площадки облачного сервиса для проведения конкурсов и промо-акций наших партнеров. Собственно, суть проекта. Главная задача проекта – это консолидация всех участников организации проведения конкурсов, то есть это организаторы, спонсоры, зрители и участники. Решение проблемы финансирования проектов и увеличение отдачи, собственно, финансовой от вложений спонсоров в них. Увеличение охвата аудитории за счет ее консолидации и удержания. И повышение эффективности рекламы с помощью вовлечения игровых механик в данный ресурс. И также мы хотели предоставить возможность аудитории непосредственно общаться со своими кумирами и как-то влиять на исход событий. Наша платформа работает на мотивации всех участников данного процесса. Спонсоры. Спонсоры – это люди бизнеса. Они всегда знают, чего они хотят, куда они вкладывают деньги и какой результат они хотят от этого получить. В нашем случае они охотно вкладывают деньги в эффективную рекламу при низких затратах на нее. У организаторов спонсоров всегда основная проблема – это привлечение финансирования, и наша компания ее решает. Diamond Star финансирует мероприятие, вовлекая аудиторию этих мероприятий, консолидируя ее и отдавая этот трафик нашим спонсорам. Средства массовой информации или информационные партнеры, они также получают свои бонусы, размещая наш виджет на своих сайтах, они получают дополнительный трафик на свои сайты. Аудитория получает непосредственную возможность влиять на судьбу участников, конкурсантов и быть вовлеченными за счет игровых механик. Собственно, мотивируем мы их, как я уже сказала, за счет игровых механик. Мы используем элементы соревнования, миссии. Допустим, миссии гарантированно дают посещение 5 страниц вашего сайта нашей аудитории с гарантией прочтения, потому что они должны выполнить миссию. Награда за активность. Все участники, все посетители, выполняя задание, получают игровую валюту, виртуальную валюту, которую они могут впоследствии обменять на реальные призы и подарки, которые, надо сказать, зачастую очень дорогие. Викторины, они гарантируют вам просмотры вашего видеоролика до конца, потому что в конце вам, естественно, нужно ответить на какие-то вопросы. И подарки кумирам – это очень интересная функция. Вы можете, как обыватель, подарить подарок своему кумиру, своему любимчику, настоящий подарок. Допустим, отправить букет цветов или все что угодно это может быть. Таким образом, мы достигаем решения определенных проблем. Это дефицит финансирования мероприятий, узкий охват аудитории, недостаточность эффективности рекламных кампаний, низкая эффективность информационных ресурсов. Что касается конкурентов, надо сказать, что все эти игровые механики, все эти инструменты, они используются на многих порталах, мы их не придумали, они давно известны. Если я сейчас вас спрошу, допустим, где используется голосование, каждый из вас назовет 5, 10, 15 сайтов, где вы каждый день бываете, смотрите погоду, смотрите видеоролики и так далее. Но Diamond Star консолидировал все это для решения именно проблем организации массовых мероприятий. В этом и заключается наша уникальность. Поэтому подобных решений пока не существует. По крайней мере, мы не нашли. Если подскажете, будем рады. Что касается финансовой модели.
Прежде всего, мы продаем рекламные места, рекламные аккаунты на нашем портале. Эти деньги мы пускаем на финансирование мероприятий, получаем аудиторию этих мероприятий и отдаем их, собственно, тем людям, которые купили у нас эти рекламные аккаунты. Покрываем свои издержки и получаем прибыль. Немного расскажу о команде. Я как представитель индустрии красоты. Татьяна Цинфер, Николай Гаврышев, он занимается продюсированием, там он стоит, и Олег Поздняков, как представитель бизнеса, управляющий партнер и разработчик платформы Diamond Star. Спасибо большое.